Спонсор прогноза погоды — Новокузнецкий государственный цирк с новой программой «Джамбо». Спешите увидеть! С 13 февраля в Новокузнецком цирке грандиозное шоу Тиграна Акопяна «Джамбо». Яркие трюки, шикарные костюмы и десятки экзотических животных. Шоу «Джамбо». Восторг и отличное настроение. В понедельник на юге Кузбасса будет пасмурно, пройдет снег. В Прокопьевске ночью минус 12, минус 14, днем 4-6 градусов ниже 0. В Осинниках ночью минус 11, минус 13, днем минус 3, минус 5. В Мысках ночью 14-16 градусов ниже 0, днем минус 4, минус 6. В Междуреченске ночью минус 14, минус 16, днем минус 4, минус 6. В Шерегеше ночью минус 15, минус 17, днем 5-7 градусов ниже 0. В Новокузнецке 1 марта ожидается пасмурная погода, пройдет снег. Температура ночью минус 13, минус 15, днем минус 4, минус 6. Ветер южный.